Скажите, вам знакомо то чувство, когда вы делаете то, ради чего родились? То дело, которое поддерживает вашу гармонию со всей Вселенной. У меня его нет. Но можно же верить в это, верно? Помаши маме ручкой, пока она не возненавидела меня еще больше, чем сейчас. Помню, как ты мне говорил, что работа юристом раздавит твою душу. Да, было такое. Я веду бизнес, но именно сейчас этот бизнес привлекает журналистов Полдонии. Слава Полдонии! Нет. Это же твой шоу. Нет, нет и нет. Кто эта журналистка? Я подаю в отставку со своей должности, благодарю. Мне это не интересно. А 20 тысяч будут интересны? Добро пожаловать в Полдонию! Президент Венегас, приятно познакомиться с вами. Сделаем селфи? Ага. Вам нравится? Просто прекрасно. Черт возьми, что произошло? Случилось то, что ваша охрана из одного человека. И он герой. Я сейчас президентом страны, где происходит государственный переворот. Это сюжет всей жизни. Чтобы его сделать, нужно остаться живым. Тебе не следовало ехать сюда. Ну уж нет, мы не можем оставить его. Беги! Беги! Я просто делаю свою работу. Тебе нужна помощь? Что? Не, все нормуль. Ты все еще хочешь рассказать про переворот? Если честно, то все меньше и меньше. Где находится Венегас? Здесь Венегас! Вперед за Полдонию! Эй, сейчас вообще не время для ораторского искусства, чувак. Оу, как неловко. Оу, приятно познакомиться, мистер Пипирка. Хотя она не такая уж и маленькая. Скажи мне, что ты это сняла. Валим!